Здравствуйте, друзья, подписчики моего канала. В сегодняшнем видео я поделюсь с вами своей новой работой. Я расскажу вам, как сделать вот такой барельеф дерева по мотивам картины австрийского художника Густава Климта из декоративной штукатурки и гипсовой шпаклевки. Итак, по задумке дизайнера, 3D-визуализацию которого вы видите у себя на экране, в интерьере офисного помещения предполагалось создание декоративного панно «Древо жизни» по мотивам Климта. Передо мной стояла задача из эскизов самого художника, которые вы сейчас видите, вычленить дерево и при этом не нарушить гармонии его произведения. И вот, что у меня из этого получилось. Затем по этому эскизу я создала трафареты векторной графики с помощью программы Corel Draw. Основанием под барельеф служил лист МДФ толщиной 5 мм, размером 1850 на 1500 мм. С обратной стороны листа были сделаны ребра жесткости из деревянного бруска 30 на 30 мм. Для того, чтобы впоследствии лист МДФ не повело от наносимых материалов, его необходимо пропитать водоотталкивающей пропиткой в два слоя, просушить и нанести специальный акриловый грунт на основе кварцевого песка. Это создаст шероховатую поверхность для лучшего сцепления наносимых материалов. Далее проводятся линии по краю на ширину будущего багета, который будет закрывать места крепления к стене. Затем проводится центральная линия картины. На следующем этапе на планшете размещается распечатанный в натуральную величину эскиз векторной графики, и по нему делаются засечки. Лист эскиза переворачивается на обратную сторону и наносится слой сепии. Это один из старинных методов переноса рисунка, которым пользовались старые мастера. На этом этапе мы делаем вроде копирки. Судя по прошлым видео, у зрителей часто возникал вопрос, что же такое сепия? Сепия – это художественный материал в виде красновато-коричневых мелков. Вы сейчас его видите у себя на экране. Изготавливается он из специальной глины. Еще существует очень схожий сепии материал сангина. Для переноса рисунка она тоже подойдет, так же, как и различные по цвету соусы. Все эти материалы могут изготавливаться в карандаше и продаются в художественных салонах. Далее переворачиваем эскиз на лицевую сторону, совмещаем его с ранее нанесенными засечками и переводим рисунок дерева на планшет. Получившийся контур нам впоследствии поможет в точном наклеивании трафаретов по рисунку. Затем делаем выборку трафаретов на липкой пленке, которые были заранее изготовлены в печатном салоне по файлам, созданным в векторной графике. Трафареты разрезаются на части, и на каждую из них приклеивается монтажная пленка. Начинаем работу с центра, а именно со ствола дерева. Для этого снимаем трафарет с основания и прикрепляем его точно по центру, совмещая с ранее нанесенным рисунком. Затем берем ракель и разглаживаем трафарет, хорошо прижимая его к планшету. Далее аккуратно снимаем монтажную пленку, придерживая трафарет тем же ракелем.
При этом пленка должна двигаться параллельно основанию, чтобы трафарет не отклеился и не повредился. Еще раз приглаживаем трафарет, удаляя все пузырьки воздуха. На следующем этапе наносим декоративную штукатурку с помощью металлической кельмы. Для того, чтобы основание барельефа было надежным, я выбрала фасадную декоративную штукатурку на основе кварцевого песка, так как она очень крепко держится на листе МДФ. Далее делаем надрезы трафарета по бокам и аккуратно снимаем его с основания. Затем поправляем края барельефа с помощью мастихина и оставляем его для дальнейшего просушивания не менее суток. На следующий день начинаем формировать остальные части барельефа. Для этого освобождаем трафарет от основания, накладываем его точно по рисунку, приглаживаем ракелем и начинаем аккуратно снимать монтажную пленку параллельно основанию. Но из-за того, что этот трафарет имеет больший размер и очень много мелких деталей, необходимо время от времени освобожденную пленку отрезать ножницами. Затем опять приглаживаем трафарет ракелем, удаляя все пузырьки воздуха. Далее канцелярским ножом делаем надрезы. Тем самым удаляем лишние перемычки трафарета. Но в спиралях я бы вам не рекомендовала их убирать, так как трафарет будет очень сложно качественно снять. Теперь в треугольные декоративные элементы дерева размещаем специальные подвесы для картин, на которые впоследствии будут вешаться фотографии, и прикрепляем их саморезами с помощью шуруповерта. Наносим на подвесы специальный грунт для цветных металлов для лучшей адгезии наносимых материалов и просушиваем его не менее часа. На следующем этапе наносим ту же декоративную штукатурку с помощью мастихина, закрывая все отверстия трафарета. У подвесов, в свою очередь, металлические колечки остаются незакрытые материалом. Далее, не давая декоративному слою просохнуть, снимаем трафарет. В этом очень помогает канцелярский нож, которым можно делать надрезы и подцеплять приклеившуюся пленку. Вот таким способом наносится трафарет за трафаретом, и в итоге начинает вырисовываться наше дерево. Теперь дело дошло до птицы, и она будет сделана из гипсовой шпаклевки. Как видите, сначала приклеиваем трафарет. Затем разглаживаем его. После этого снимаем монтажную пленку. И опять разглаживаем ракелем. Так как для гипсовой шпаклевки лист МДФ не самое лучшее основание, нам придется сделать армирование. Для этого карандашом рисуем квадраты со стороной примерно 2 на 2 сантиметра и ставим пересечение линий точки. Берем тонкое сверло и делаем небольшие отверстия. Затем с помощью шуруповерта
закручиваем саморезы, но при этом до конца их не закручиваем. На следующем этапе тщательно обвиваем саморезы металлической проволокой. Туго натягиваем ее и хорошо закрепляем ее конец. Опять берем специальный грунт для цветных металлов и наносим его на саморезы и проволоку для лучшей адгезии наносимых материалов. Далее готовим гипсовую шпаклевку. Для этого берем половинку резинового мячика, наливаем в него 2 части воды и добавляем 4 части гипсовой шпаклевки. Резиновая емкость очень удобна в использовании, так как остатки засохшей шпаклевки очень легко из нее удаляются. Берем деревянную палочку и тщательно размешиваем раствор. Когда шпаклевка готова к работе, начинаем ее наносить с помощью мастихина, накидывая резкими движениями, для того, чтобы вся арматура до основания была покрыта материалом. Затем шпаклевку разглаживаем, формируя тело птицы. Далее делаем надрезы трафарета и начинаем аккуратно его снимать. Теперь поправляем края барельефа мастихином, окончательно формируя тело птицы. И оставляем для легкого подсушивания, до такого состояния, когда шпаклевка уже схватилась, но еще остается влажной. Наносим рисунок на тело птицы согласно эскизу Климта и начинаем вырезать слегка подсушенный барельеф с помощью скульптурных стеков. Как видите, материал с легкостью поддается обработке. С помощью металлических стеков можно также делать выборку различного рисунка. На этом этапе можно не ограничивать свою фантазию и вырезать любые фактуры. Для вырезания перьев птицы можно использовать острый медицинский скальпель, так как он очень удобен в данной работе для точного снятия нужного количества материала. В этой работе может быть незаменим и резец для резьбы по дереву. Таким образом, формируем птицу и оставляем ее для просушивания не менее суток. На следующем этапе тщательно шлифуем барельеф птицы мелкой шкуркой нулевого размера. Далее с помощью гравера наносится рисунок перьев птицы. Если у вас в арсенале нет этого инструмента, то его можно заменить обыкновенным шилом или другим острым предметом. Тем же гравером делаются небольшие углубления на перьях по рисунку, которые затем будут использованы для инкрустации. Готовую птицу покрываем пропиткой глубокого проникновения для укрепления материала и обеспыливания поверхности. Далее наносим все недостающие трафареты, просушиваем их и ошкуриваем барельеф бруском для шлифовки с сеткой. Затем всю поверхность работы необходимо покрыть той же пропиткой глубокого проникновения. Теперь сформируем основание для дерева. Для этого прикрепляем малярный скотч по периметру и наносим декоративную штукатурку с помощью металлической кельмы.
Не давая декоративному слою просохнуть, снимаем скотч. И вот что получилось на данном этапе. Далее наносим дополнительный объем на ствол дерева из декоративной штукатурки и оставляем для просушивания не менее суток. Теперь дело дошло и до фона картины. Закрываем готовую птицу малярным скотчем и наносим равномерный слой декоративной штукатурки на всю поверхность фона. И в этот раз используется интерьерная декоративная штукатурка на основе целлюлозы. Она более нежная, тонкая и хорошо держит тисненный рисунок. Убираем малярный скотч с барельефа птицы и поправляем нанесенную декоративную штукатурку мастихином. Далее нам понадобится тканевое объемное кружево, которое необходимо намочить в воде и хорошо отжать его. Зацепляем кусок этого материала за верх планшета, расправляем его и начинаем прокатывать резиновым валиком, очень хорошо вжимая кружево в нанесенную декоративную штукатурку. Затем аккуратно снимаем ткань. Как видите, на поверхности декоративной штукатурки остался оттиск рисунка кружева. Изготовленный таким образом готовый фон необходимо хорошо просушить и ошкурить мелкой шкуркой, снимая все неточности. Так как после ошкуривания фона осталась пыль, то на рельеф дерева необходимо нанести грунт или пропитку. Далее по дереву наносится рисунок карандашом. Берется интерьерная декоративная штукатурка на основе целлюлозы. Немного разводится водой и наносится с помощью кондитерского шприца по рельефу дерева. На этом этапе у нас стоит задача создать как можно интереснее и богаче фактуру из декоративного материала. И вот что у нас получилось. Просушиваем весь барельеф и ошкуриваем его с помощью бруска для шлифовки с сеткой, снимая излишки декоративной штукатурки и поправляя все неточности. Так как после ошкуривания было много пыли, необходимо ее собрать с помощью пылесоса, высасывая из всех рельефов. Далее покрываем всю работу пропиткой глубокого проникновения, тем самым готовим ее к дальнейшей росписи и инкрустации. На этом этапе вырезаем из картона лекала рамочек для фотографий и делаем их примерку на барельефе. Рамочки изготавливаются лазером из тонкой фанеры в специальной мастерской. Смотрите во второй части видео, как этот барельеф можно расписать, как сделать инкрустацию, как расписать птицу и многое другое. Подписывайтесь на мой канал, и вы первым увидите новые выпуски обучающего видео. Желаю всем творческих успехов! Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Пока-пока!